что ж поделать. Ну ничего, сейчас у нас будет Сара Хэттин выступать. Ну а я так чуть-чуть, пока она выходит на лед, скажу, что вообще конкуренция в женском одиночном катании у нас в сборной наисильнейшая просто. Ну, представляете, у нас здесь на серии Гран-при, на этапах серии Гран-при мы с вами увидим еще Аделину Сотникову, которая вторая идет сейчас после короткой программы. И, между прочим, Аделина, сейчас я подсмотрю в свою тут маленькую шпаргалочку, она же выиграла, по-моему, Оберсдорф. Да, так и есть, Сотникова выиграла Оберсдорф, по крайней мере, короткую выиграла, да. Ну, по-моему, и произвольную тоже выиграла. Кроме того, у нас еще есть Ксения Макарова, Лиза Тухтамышева, правда, второй этап Скейт Кеннеда, возможно, Тухтамышева пропустит за травмы, в контрольных прокатах не участвовала. Есть еще Юлия Лепницкая, которая выиграла турнир в Финляндии. Это 14-летняя девушка, превосходно катается, настолько технически грамотно, и вот уже вот в этой новой системе она настолько органичная, Юлия Лепницкая, что такое ощущение, что это вот то, как мы говорили 2 года назад про Тухтамышеву и Сотникову, как японка катается. Хорошее начало у Хэттин. А есть еще Полина Коробейникова, которая в прошлом году очень уверенно выступала. Еще мы видим Софью Бирюкову. Так что у нас конкуренция в женской сборной невероятная. И дай бог, чтобы эта конкуренция у нас кристаллизовалась через годик с небольшим в хорошую такую олимпийскую медаль, очень ценную. Так что, дорогие друзья, давайте будем следить за этапами Гран-при. Вообще и за женским одиночным катанием в частности, потому что на каждом этапе как минимум 2 наших девушки. Вот эти 2 только на этом этапе, на Кубке Китая. На всех остальных по 3 российских участницы. Так что будет за кого болеть. Ну, а Хэттин пока очень изящно и так с чувством катается. И главное, вести без ошибок. Сальто. Хорошо так. Добавила она, добавила к двойному акселю еще тулуп.
в два оборота, потому что комбинация двойной аксель, двойной клуб, двойной клуб, которая должна была быть выполнена ранее, у нее не получилось. Ну, очень приятное впечатление оставляет Сара Хэтчин, согласитесь. 19-летняя немецкая фигуристка, которая тренируется в Мангейме у Петера Зиппе. По сравнению с тем, что мы видели, например, в прошлом году, это, конечно, невероятный успех. Пусть маленький, пусть локальный, пусть здесь произвольная программа, но общий уровень, конечно, у нее вполне подходящий для того, чтобы поприветствовать ее, поблагодарить за вот такое вот изящное катание. Главное, что с улыбкой всю программу. И вот срыв был только лишь на тройном тулупе в самом конце, когда она упала. Такой большой серьезный срыв, а все остальное очень изящно, очень ее под приятную музыкальную композицию. Для произвольной программы были выбраны два отрывка. Первый это был Secret Garden, а второй это Audio Machine. Хотя у них было касание свободной ногой, да. Судьи никто это заметили, но докрутила. У них было видно, что плечи начали разворачивать, и она уже вдогонку мячам выносила ногу. Очень интересная позиция у нее во вращениях, особенно вот это. Но все ищут, все пытаются забирать те самые уровни сложности, чтобы получать как можно больше базовую оценку. А уж там дальше, что судьи поставят в дополнение к этой базовой оценке, ну, если, конечно, они ставят плюсы. Вот это вам тулуп, с которого она упала. Да, ну, тут было видно, что она не докрутила и врубилась двумя ногами в лед. Не хватило высоты. И Аксель с двойным тулупом в самом финале. Она трехкратная чемпионка Германии, но вот в прошлом году не выступала на национальном первенстве, пропустила его. Ну, наверное, кстати, и тот результат, я сейчас так пытаюсь в памяти отыскать, файл, связанный с ней. Результат прошлогодний на чемпионате мира, 20-е место, был обоснован только тем, что у нее была достаточно серьезная травма ноги в прошлом сезоне, поэтому она и пропустила национальное первенство. Чемпионат Европы пропустила и уже вдогонку пыталась успеть хоть как-то себя подготовить к чемпионату мира. Этот сезон начала без травм. Дай бог так и дальше продолжать. Да, немного. Она ожидала большего, но этому есть объяснение. Вроде как внешне все сделано хорошо, мило, приятно. Но при этом по общему уровню сложности она много не дотянула и в шагах и так далее. Но приятные впечатления оставила.